Всем привет! Сегодня сделали новую сборочку ракетки человеку. Поставили на основание Янхэ Y13 накладки ER2 от той же фирмы Янхэ, что красную, что черную, в максимальной толщине губки. Итак, что из себя, в принципе, представляет эта ракетка? Основание достаточно популярное, давно очень выпускается этой фирмой. Представляет из себя семислойку по скорости off-minus. То есть 7 слоев здесь, 5 из них дерево и 2 слоя фибергласс. Вот такое вот основание. Также хочется отметить, что у этого основания, как для атакующего, чуть более увеличенная лопасть, чем у остальных оснований атакующих, что в свою очередь дает большую мощь этому основанию. Накладки представляют из себя бюджетные тензоры, очень хороши для постановки техники, ну и в принципе для людей, которые играют в атакующем стиле и при этом не особо хотят переплачивать. Очень хороший вариант. В общем, вот такая вот у нас была сборочка. Как всегда, все красиво и ровно обрезали. Напоминаю, что при покупке составляющих в нашем магазине эта опция бесплатна. То есть клеим и обрезаем совершенно бесплатно. Клеим вот такую вот торцовочку. И вы получаете красивую, качественно собранную ракеточку. Поэтому, кому что надо, обращайтесь. Мы всегда вам поможем в выборе инвентаря. Ну и до новых встреч. Всем пока.